Всем привет! Перед просмотром просим подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Молодая звезда популярных телевизионных шоу «Битва экстрасенсов» и «Дом-2» Никита Турчин жестоко избит. Мы узнали о его попадании в больницу. Как стало известно, звезда шоу «Дом-2» Никита Турчин попал в больницу после избиения. На полученных редакцией снимках видно, что у молодого человека все лицо залито кровью. Сам он рассказал о множестве травм, с которыми пришлось работать врачам. Речь идет о синяках, царапинах и даже о рассечении кожи на голове. По словам Никиты Турчина, специалисты даже опасались, что из-за этого у него может начаться внутреннее кровотечение, из-за чего вообще хотели сначала перевести его в палату реанимации. К счастью, самого страшного избежать удалось. Тем не менее, несчастному пришлось пройти множество проверок, в ходе которых врачи должны будут точно зафиксировать все полученные им повреждения.